находимся на берегу Западной Двины, в Витебске. Нам в гости приехал кто? Приехали байдарочники Полочины. Приехали для того, чтобы насладиться природой, атмосферой такого города-героя Витебска со своей уникальной живописной местностью, на которую можно смотреть и смотреть. И, конечно же, жители славного города не упустили эту возможность прогрести по родному городу вместе с экскурсоводом. Путешествовать по Беларуси здорово, потому что Беларусь, она многогранная. В ней столько секретов, которые вот открываешь и открываешь постоянно. И прямо сейчас вот люди, которые сейчас пригребут к нам, они, я думаю, уже со своими эмоциями, впечатлениями прям расскажут вам, как это, каково это. И здорово, что Беларусь позволяет увидеть ее со всех сторон, со всех граней. Ведь Беларусь многогранная, мы ее и любим такой. Название, собственно, как и Витебск, потому что Двина, если древнескандинавское брать слово, именно такое было Двина. Чемпионы заплыва на байдарках. Да. 20 человек мы первые. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. С возвращением. Мы как-то так не планировали, так получилось, что мы первые. Мы любим по жизни быть первыми. Вот мы первые проплыли. Нам понравилось. Я хочу сказать, что это реально крутое впечатление, именно с точки зрения с воды взглянуть на Витебск. Потому что когда ты плывешь в прекрасной зелени, то есть леса идут, и раз появляется собор. Это первое, что впечатляет, кажется, золотой купол такой. Потом появляется драмтеатр, и кажется, ого, мы уже в городе. Поэтому это крутое впечатление, и действительно, я рекомендую каждому попробовать. Хороший опыт. Водный туризм по Витебску. Круто вообще. По Витебски. Тем более, это первая экскурсия по воде на Витебске.